вашему вниманию процедура РФ лифтинг лица, иначе радиоволновой лифтинг. Одна из многих востребованных современных методик, поскольку не требует реабилитации, обеспечивая сразу заметный, стойкий результат. Под воздействием радиочастотной энергии ткани разогреваются, что приводит к активации выработки коллагена, благодаря которому кожа становится более молодой и эластичной. То есть с помощью радиочастотных волн удается запустить естественные процессы омоложения кожи. Как часто нужно проводить данную процедуру? Для получения устойчивого результата в зависимости от состояния кожи рекомендуется проводить радиоволновой лифтинг 5-8 раз с интервалом 7-10 дней. Первые видимые изменения можно увидеть уже после первой процедуры. Полноценно процесс омоложения запустится только через 21 день, когда начинается активная выработка коллагена.